А выглядит это вот так. Понимаете, да? Там 4 панели. Но так как крыша Мерса узенькая, установили вот такой вот подвижный элемент. И просто, когда едут, они закрыты, и работают только 2 панели. Когда на парковку встали, там тупо руками выдвинули их, крючочки открыли, у тебя 4 панели работает. У меня 3, почти что 500-х, 455-х, ладно. Мне, в принципе, хватает. Но вдруг кому-то надо больше. Вдруг кто-то майнингом на старости лет с дуру, блядь, с маразма решил заняться. И нужно прямо вот, прям километр панелей. Нужно 4 плюс 4. И вот Эдик мне сейчас скинул направляющие эти салазки. Можно как-нибудь с дуру, зимой, если будет скучно, купить, поставить, посмотреть, как это будет работать. Моим там 3 добавить на 2 еще 2.